Сейчас о природном достоянии Пермского края. Заповеднику Босеги в этом году исполняется 35 лет. По случаю этой памятной даты в Кунгурском краеведческом музее начала работу выставка. На экспозициях представлена флора и фауна заповедных мест. На стеллажах можно увидеть чучело зверей, населяющих территорию заповедника. Здесь и заяц-беляк, и глухарь, и куница, жуки и бабочки, гербарии редких растений, спилы деревьев и образцы минералов. Все это раскрывает перед посетителем как живую, так и неживую природу заповедной территории. Дополняет картину галерея фоторабот с пейзажами заповедника. У нас вообще 2017 год – это знаменательный год, уникальный по знаменательным датам. Это будет год особо охраняемых природных территорий и 35-летие заповедной системы. Босеги предоставил для музея 15 фотографий, да, это фотоработы наших сотрудников заповедника, а также профессиональных фотографов, которые неоднократно были на территории нашего заповедника, и также некоторые коллекции насекомых, горных пород, минералов, и некоторые даже, по-моему, чучело зайца, да, уехало тоже сюда на выставку. Экспозиция станет интересна школьникам, а также тем, кто интересуется природой Пермского края. Выставка проработает до начала июня, а затем часть экспонатов отправится в путешествие по музеям Прикамья.